она была некрасивая. Я тебя, блядь, убью, а нахуй! Что один? Я тебя, блядь, убью, нахуй! Я тебя, блядь, убью, нахуй! Не смешно уже, кринжово сидеть. Иди нахуй, сука. Если зумит, то выглядит, как будто какой-то психологический триллер играю, блядь. Здравствуйте, товарищ Крепостос. В общем, у меня такая вот дилемма возникла. Сколько будет стоить парный резиновый друг Владимир, для давай. Меня и моего собеседника, собутыльника. В общем, вот так как-то. Сколько такая услуга стоит у вас? Какой нахуй парный резиновый друг, блядь? 100 рублей. Уже заказ ваш отправлен. Я получил 3 за ВПР по-русскому. Ну ничего, в следующий раз получишь 5. Если подготовишься. О. Стоит гражданский, гражданский. Стой, пока тебе еще раз не зарезал. Но... Нахуй пошел, не зарезал. Беги, блядь. Давай, Джонни, уроки фор... давно делал, сука. Целевая обезьяна, блядь, куда ты смотришь? Дюкар, ты багажузер, у меня не работает. Да что за сын шалавы меня ебашит. Да можно выводить на гадюку, Владимир. Все, сука, как один думают, что, блядь, можно челиков просто купить аудиторию себе промокодами. Блядь, кто-нибудь помогите им, пожалуйста. Помогите, пожалуйста, мальчикам. Вот последний раз, не считая недавнего, я стригся в октябре-ноябре. И больше никогда. И как бы отрастил нехуевую копну. И потом, как бы вот снова недавно стриганул. Но я только верх не трогал, попросил. Вот в этот раз мне реально верх не трогали, как я и хотел и планировал, понимаете? Просто, ладно, сейчас, чтобы вы понимали, что мне сделали в том году весной, когда я сказал, не трогайте верх, пожалуйста. Не трогайте его, пожалуйста. Не надо. Что мне ебанули вообще на башке? Я сказал просто по бокам и сзади. Покороче, верх вообще не трогайте. Что она мне заебашила? Она просто ебанула мне всю волосню, которая есть вообще на голове, блядь. У меня просто, блядь, вот такой огромный вытянутый овал. Я с этой хуйней ходил, получается, до осени. Постепенно отращивая. Это был пиздец. Я чувствовал вселенскую боль. Боль вселенского масштаба. А вот что у меня, получается, было до... Ну и как бы и форма лица изменилась после того, как меня постригли. Форма лица там вообще был пиздец. Ну, я думаю, вы и так это понимаете. А раньше-то было до стрижки-то вот так вот нормально. Нормальная стрижка была. И форма лица тоже приемлемая. Я не в зеркало фоткался, правда, в кастрюлю, но как-то тоже пойдет. Хорошего стрима. Сарказм, спасибо. Блять, как отблагодарить людей нормально, чтобы это вот нормально выглядела благодарность, которую кидают такие суммы? Я просто не знаю. Я кроме спасибо большое, я ничего не могу сказать. Не, ну реально спасибо. Короче, берете кастрюлю какую-нибудь и фоткайтесь нахуй в нее. Вот такой кадр вы и получите. Сбей донатера на самокате, он будет рад. Я, наверное, на Боброград добавлю самокат. Опа, сегодня. Мусор сосать. Скажи, пожалуйста, какой сервер лучше, Вейзер или Umbrella? Как по мне, Вейзер, а твой выбор какой? Мой выбор пойти время, которое ты тратишь на серваке, провести за сериальчиком каким-нибудь. Но у меня уже, ну, не особо кайф доставляет на Dark RP гонять. Неплохо. Это база, блядь, потому что ты получишь от игры на Dark RP? Нахуй слитый в унитаз нервы от долбоебов, которых ты встречаешь. Которых можно у меня просто в ролик. Зачем играть на Dark RP, если можно просто смотреть меня? Плюсы. Хорошее настроение, плюсы для меня, хорошая статистика, минусов никаких. Мяться, пидоры, кончают, да. Нахуй ты его посадил, Саня? А где мои резиновые друзья? И что, а я так, а я, по-твоему, кто? Он рус. Он рус, а ты долбоеб.
Ты меня поставил на манерку в 2016-17 годах. Дауны ебаные. Здорово, здорово. Ты рус, да? За то, что ты рус, тебя посадили. Я просто смотрю, по законам мы что-то ничего не нарушили. Доставка моих друзей резиновых. Пришел. Типичная демократия, блядь. Срочно резинового друга мне в сраку оформить. Это не образ, нихуя. Если я ржу тут с этой хуйни в игре, то я могу и в жизни с такой же хуйни заржать спокойно. Нахуй меня посадили на окно вообще? Выпустите. Зачем вы сажаете, кстати, объясните? Ебать. Отряд, блядь, собрался. Просто пиздец. И все нахуй по тюрьмам сидят остальные. Ебать, это у меня в камере техасская мазня говном. Ебать, призрак. Сука, убейте их нахуй, у них, блядь, это радио ебаное ебашит, блядь, день и ночь. И что? О, меня выпустили. Ты мне хоть скажи, зачем ты стреляешь по всем? Зачем ты это делаешь? Какая нахуй ручня, придурок отстал, блядь, что ты делаешь? Тебя же, блядь, никто не трогает, зачем ты ебашишь всех бегаешь? Пиздец, просто сервак оккупировали нахуй 4 дегенерата каких-то, которые бегают, арестовывают и убивают всех, просто потому что они русские. Дарк РП, который мы заслужили, заебись. Можем ливать отсюда. Русский зайдет, его просто загнобят, просто потому, что у него, блядь, такая нация. Мне кажется, они спроста добавили этот флажочек к табе, чтобы было видно, откуда человек заходит. Давайте посмотрим, что есть интересного, что можно из карт интересного покатать. Вот мне, ребят, 22 года. Вы вот когда-нибудь, вот сколько вам лет, вы когда-нибудь задумывались за свою жизнь? Что будет, если выпить бутылку с маслом? Литровую, подсолнечное. Как думаете? Я вот задумался. Почекаем же. Игорь Орлов какая-то карта. Я не хочу нахуй к нему подходить. Я не хочу. Мне что-то уже некомфортно. Некомфортный чел. Здравствуйте. Здорово. А сейчас погоди, я его искал. А что, куда нам делать? Теперь идти? Тут столько вариантов, блядь. О, нас третий появился. Так, а тут похуй, наверное, куда идти. О, я скрин сделаю мне для ролика. Вот малой вроде рофельный такой, давай к нему. Сейчас, подожди, да, я скрин сделаю, мне на превьюшку надо будет поставить его. Не, я бы туда не прыгнул. Боже, блядь, это что, нахуй? А я прыгну. Я прыгнулся, нахуй. Пошли вот к этому, блядь, очкастому. Блядь. Сука, что делать, это? Сука, тут, тут каждая кнопка убивает, что за хуйня. О, щет. О. Бля, я туда сейчас кто-то выпрыгнет, нахуй. Ой, блядь, ну еще одна к этому. Ой, бля, что это? Может, застрелить, нахуй, надо, погоди. Сейчас дедовским способом проверим, отойди, блядь. Да умри ты, нахуй. Ой, сука, а самое главное, живой чуть-чуть остался. Чуть-чуть не сработало. Блять. Ну, слушай, на Вьетнаме все так воевали. О, блять, что это? Да. Не, ну я, в принципе-то, туда и не сильно да, собирался. Да, я его все нахуй. Да я его все нахуй, спасибо. Да, да блять. Сука, тут каждое прикосновение убивает на этой карте. Так, это и есть вся карта, что ли? Как дальше пройти-то, блять? Ну, давай сюда. Нахуй, я пойду. Ой, Дед, блядь, алло! У меня только табуретка. Я отбиваться буду. Нападайте, твари. Кнопка куда-то... Слышь, кнопка двигается куда-то. Что за хуйня? Там какой-то... Ой. Ой-ой-ой. Иди нахуй! Сюда. О, заходи, заходи. Пиздец! Нахуй, нахуй, нахуй. Сам могу смотреть на такое, долгие мы сюда зашли. В стримах от тебя вслед, и нахер продай с Дэнс до Ипс. Бля! Ёбан. И где мы нахуй? No, stop! What are you doing? Нет! No. Серёга, не надо! No, Серёга! Stop! What are you doing? Говорю, я лично видел, как вот этого говноруя, блядь, завалили во Вьетнаме. Мы с ним вместе воевали в одной роте. Сейчас я ебань, объебхай. Ай!
Моя очередь. Открывай нахуй! Вкусный, наверное, шашлычок будет. О, господи, это шо? Казалось бы, а при чем тут... Ебать! Дядь, давай наверх. Первый канал. Зайди туда сам, давай без меня как-нибудь. Первый канал. Ой, не буду я туда заходить, мне страшно. Вот тут даже маники можно было бы поставить. Слышь, там люди. А там чё? Ты какого внутри там? Может, внутрь зайдём? Психушка. Тут 100 рублей есть. То есть снаряд тебя нихуя не смутил? Да похуй, я таких навидал тоже. Бля, чё-то не то нажал. 100 рублей взорвать. Ой. Что это за мужчина такой красивый? Это я? Ну, неплохой такой. Формы сочненькие. А ну-ка, а если зашпульнуть его куда-нибудь? Бля, может не надо нахуй? А что, если на Егора Крида нажать, как думаешь, что случится? Бля, чё за нахуй? Ёптелек, кумоптель. Что ты сделал? Куда ты нажимал, бля? Крыша едет. Это ты на автомат нажал. Я на автомат, блядь, нажал, да. Подпевай, дед! Давайте почекаем, что это. На карту на Вторую мировую. Привет. Что охранял, хуй пойми. Вон там тело. Что с настроением? Да нормально все, вы чё? Получи, въебало! Нихуя они крепкие какие-то. Еще лестница, вон туда можно пролезть. Пиздец, ребята! Привет. А теперь поговорим. Приезжай к нам в Питер на Думскую. Не-не-не, нахуй. Камеры тут какие-то. РТ-камера в Dark RP. Где маники, блядь? Мужик, ебать. Я тебя убью нахуй! Нахуй тебе, блядь. Вылез он, блядь. Два выстрела дал, по-моему. Долбоеб. Все? Готовы? Это что нахуй такое? Я на это не подписывался, блядь. Кто это? О, таксист! Ебать, Де Ниро! Сюда? Или еще одну? Вы чё, ебанулись? Я вам помочь хочу, блядь! 13 минут? Да, самое время для рекламы. Ты, наверное, не понял, почему в тебя прилетела бочка и что после этого происходит. Она просто заметила, что ты не подписан на мой телеграм-канал. А что в нем такого, спросишь ты, а я тебе отвечу. Новости про стримы, которые будут совсем скоро. Сборники треков, которые я использую в своих роликах, которые ты так давно хотел послушать у себя на компе. Но вместо этого ты просто пересматриваешь мои видео. Это, конечно, прикольно, но куда лучше найти интересующий тебя трек у меня в одной из подборок в телеге. Так, вроде бы я про стримы и про треки сказал. А еще я иногда закидываю туда своего кота. Имбовая тактика, котиков любят все. Залетай. Ладно, если серьезно, у меня еще есть чатик, который приурочен к этому паблику в телеге. Ты можешь комментировать абсолютно любую мою новую запись именно там. Нас там уже больше 14 тысяч, поэтому я хочу на пятнашку сделать какой-нибудь прикольный розыгрыш. Уже давно пора, почему бы и нет. Поэтому подписывайся по ссылке в описании. Убью, сука! Нахуй тебя, блядь! Сидят, хавают хуйню свою. Чемоданчик полюбас.
Все, я прошел. Не, я бы такие попроходил, чтобы они прям сложные были. Ну, чтобы не в этом стиле, типа, комбайны против повстанцев и так далее. Что-нибудь другое, там каких-нибудь еще челиков подобавляли. Егор. Какой-то Егор тут появился. Хасл, надпись. Потом Егор, надпись. Кто такой Егор? Хуй пойми. Ну вот, нашел я две надписи. Егор и Хасл. Ходи по карте, а не стой. Окей. Это пасхалка. А на шо пасхалка-то, блядь? Блядь, что я нарисовал? Не-не-не-не-не. Закрасить. Во. Следующая комната. О, help. Ну, help так help. Я помог, но я не хочу. Help, а почему Г перевернута? Сука. О, ха-ха, привет, ебать. А что теперь? У тебя вебка плохо показывает, да что она там должна еще показывать, кроме меня? Не, прикольный режим, мне нравится. Так, ну и что там еще я должен был найти? Мне нравится, как пистолет светится, когда он сканирует. Но меня напрягает вот этот вот челикс. Я его нахуй даже замутить не могу. Да а в чем страшилка-то, блядь? Где тут страшилка? Вот это и есть призрак! Все, ребят, пойдем, на детской площадке ключ где-то. Почему у меня этой надписи не было? В сковороду прогуляю на карусельке. Я качаю. Вы же взяли пиздюка на свою голову. Да нормально, попугай, блять. На жордочку опять иди, иди на жорд. А? Ребят, газета. О, газета, орка. Газета, там новость. Дефолт. Походили. Нихуя! О, где сатана? Все, пиздец, ребята. А говорили, конец мира не будет. А, мы спасли? Жалко. Это вся карта? Они что, стебутся? Люди, ну почему вы такие уебища? Почему у вас вместо мозгов говно? Не, ну я тебя сейчас быстро кулаками-то закрою. Пошел отсюда. Давай, я даю тебе секунду, чтобы выйти отсюда. Раз. Я негов осуждаю. Точнее, нет, я не это хотел сказать, я песню слышу. Будет с донаты есть. Иди сюда! Я тебя до смерти забью такую. Дед, чтобы... давай я с тобой, полетели, дед. Помогите, помогите. Убиваю. Давай, я поставил, ты выиграл. Пиксель выиграл, стоит свой. Мне нужен, мне деньги нужны. Помогите. Только берите сразу на 256 хотя бы. Я взял на 128 и немножечко лоханулся. Но я дефицита памяти это и не испытываю вообще. Я тебя что вылечу? Ты делаешь? Хочу я тебя вылечу. Тебе свою мать. Пойду отпускать. Чего, блядь? Кого ты, блядь, мне продать хочешь? Ты че ебанулся? Блядь, стреляют. Уйдите, уйдите, он сейчас станет психиком, я его не смогу вылечить. Я вырезал и выебал всю семью Муиза, после чего зажарил ее в кефирном маринаде. Пиздец, блядь, ты сука, че за хуйню вы включаете, это просто пиздец. Слышишь, подожди, вот, начинаю говорить, что Ладмина мама сдохла. В принципе, я не знаю, ну, можно с этим согласиться или нет, но я думаю, то, что это чуть-нибудь неадекватная ситуация, вот, будет более метагеймингом, потому что, ну, сказать в ситуации то, что, типа, например, будет у нас РП ситуация, я буду говорить, это доктор Хайзенберг, сын шлюхи мертвый, но это будет... Вот, и дальше что происходит? Я, значит, ну, подхожу к нему и говорю, типа, нормально себя веди. У меня РП процесс. Начинает... Выпусти меня отсюда. И он... Подожди, стой. Процесс. Что? Слышишь, слышу, меня да, нет... Сказал, у меня этот РП процесс. Ты подожди, меня слышишь? Нет, что ты говоришь? Я просто не расслышу. Я тебе говорю, дай мне договорить. Алло, я еще не договорил. Слушай, какая я... нахуй админ разборка? Что ты за хуйню несешь, сука, блядь? Нехуй админа оскорбляй, давай, помоги, давай. У ворот, ебать, иди сюда, сука. Короче, мне тут все заебало, я вас обоих возвращаю. Это ты меня заебал, ты меня расфризить не можешь до сих пор. Данное действие будет иметь последствия. Сука. Меня расфризить может кто-нибудь, нет? Да, кто урод-то, ебать? Ты его уродом? Ну, ну давайте сейчас, быстрее, я сейчас опять буду... Ты его уродом назвал? Ты его уродом назвал или что?
ты меня уродом назвал? Нет. Он тебя назвал уродом, когда ты включил этот звук про черного. Психологическая атака, блядь. Я на тебя срос, сука. Блять, сука, ты пиздец. Ты чё делаешь? Слышь, ты чё делаешь? Захахахахах, ебатый квадрат, 2 на 3, блях, схахахахахахахах, сука. Иди нахуй, у меня не квадратное, блять, лицо. Квадратные деньги дай. Да иди нахуй, сам ты квадратный, блять. Квадратные деньги давай. Суки, бля. Деньги дай. В итоге на стриме появилась какая-то абсолютно ебанутая сволочь с админской привилегией, которая решила интересным и очень классным таким развлечением помешать мне на стриме, забанив меня за какую-то хуйню. Ну, в общем, как обычно у меня проходят жалобы, пока я веду стрим. Получается, челик подает жалобу, админ принимает, поначалу он думает, что ну все серьезно, все нормально, а потом оказывается, судя из рассказов того, кто подал жалобу, что жалоба сплошной, блять, прикол какой-то, как и его присутствие на этой жалобе. Он ее в итоге закрывает и нас обоих отпускает, и так по новой 100-500 жалоб. Этот же олух решает по-интересному себя проявить прямо на стриме. И да, он это прекрасно понимал, он просто-напросто всех пытался выкинуть с этой жалобы. Те, кто прилетал посмотреть вообще, что происходит, он просто прилетает, спамит. Не мешайте жалобе, уйдите. Николо, что происходит? Зачем вы вдруг мешаете жалобе? Меня на него мешайте жалобы. Развристи меня, я вас всех нахуй попересажаю. Я жалоба, брат. Я жалоба, а я тогда кто, блядь? Не мешайте жалобе, прошу вас, уйдите отсюда. Уходите, жалобы. Так, смотри, зачем ты убил гражданина, который перед тобой? У кого ты спрашиваешь? Я не понимаю, с кем ты говоришь. Я у тебя спрашиваю, зачем ты убил человека? Ты логи смотрел? Я логи смотрел, ты убил человека просто так. Есть. Анекдот хочешь? Кого я убил тогда? Жопка бабуха, жопка бабра. Сам такой, ебать, слышишь? Перед тобой находится. Я еще раз спрашиваю, такое было? Логи, yeah. Посмотри, там нету ничего такого, я никого не убивал, только зашел на сервер. Там было такое. Ты отрицаешь свою вину, верно? Ну скопируй логи, скинь сюда. Короче, сразу говорю, на, тэпай его сюда, уже джайл 10 минут. Какой джайл, за что? Ты же со мной даже не разбираешься. Даем. Ты же не разбираешься. Я тебе говорю, 10 минут и у тебя. За что? Бедолага. Ты скопировал логи, которые уйдите, я попросил? Уйдите, пожалуйста, с разборки. Я не мешаю, просто мне мешаешь. Ты мне мешаешь сейчас лично. Ты мне мешаешь лично, чем-то. Я тебе прошу, уйдите жалобы. Уйди жалобы, я тебе еще раз говорю, уйди с моей жалобы. Голодающий ребенок. И ты уйди. Рассказываю тебе жалобы. Ребят, не уходите, Стимчик, не уходи никуда. Посмотри логи, там нету ни одной записи. Еще раз говорю, по логам, ты убил цепан, что проблема. У кого же ЖБ на него? А еще здесь на этом серваке запрещено игнорить прямые нарушения игроков. И ты проигнорил то, что меня оскорбляют на жалобе. Молодец. Я его сейчас забаню, но ему дам уже им. Нет, ты до сих пор не можешь меня расфризить, и это считается админобузом, ты меня без надобности. Секс, вопросительный знак, да, нол, вопросительный знак, люблю, глотаешь, вопросительный знак. Ты меня зафризил просто так, до сих пор ты не можешь меня расфризить. Зачем, непонятно. Я сейчас по логам скажу. Подай ее, бля. Ты че мне такое предлагаешь? Пиздобол, потому что админ получается. Оп, да, неприкольно вышло. Почему я не удивлен, что это D-админ? Я посмотрел по логам. Смотри, я посмотрел по логам, тебя никто, во-первых, не фризил, это раз. И ты представляешь, что тебя зафризили. Физганом зафризили. Я не знаю, потом. Физганом нельзя. Можно. Правой кнопкой мыши, если нажать, пока ты левой держишь. Про пиздец. Как ты админом стал? Я тебе говорю, ты же больной, блядь. Ты ненормальный. Тебе лечиться надо. Да. Да. Все, съебись отсюда, мы дальше жалобу проведем без тебя. Не буду съебаться, но найди, пожалуйста. Не буду я съебаться? Ну, ты не в состоянии предложение построить ответное. Какую жалобу ты вообще можешь разбирать? У тебя демка есть, еще раз спрашиваю, у тебя демка есть? Просто позорище. Шлюха ебаная. Адекватное поведение на разбор. Ебаная проститутка, я тебя сейчас арестую за нападение на госсотрудника. Не надо. В голову тебе шокером ебануть. Не надо. Или тебе. Короче, голодающий ребенок, пожмакай за сиськи ее. Не бей, блять, просто. Можно
Заткни хуй приемник свой. Да уберите от меня этого чела. Алло, админы, где ваш фриз? Где ваш фриз? Алло, админ. Админ, какой процесс? Какой процесс? Алло. Побег из тюрьмы. Где ваш фриз, блядь? Сука. Депортируйте сюда моего адвоката, Фантомас. Фантомас, депортируйте сюда. Фантомас, блядь. А вы, наверное, думаете, что на этом все кончилось. Ну да, мы после его ухода с позором, мы немножечко пофанились с ребятами в админзоне и потом еще пошли на пару других жалоб. Все было ровненько, все было просто охуенно. Но потом он меня снова тэпнул и уже на этот раз точно забанил. Объясняю то, что тут не было никакой причины для того, чтобы меня банить за якобы какой-то фрикил, хотя за весь стрим я вообще никого не трогал, понимаете? Максимум я только челиков из админзоны сажал в тюрьму, и когда их тэпали, я их еще раз сажал в тюрьму по причине побега из тюрьмы. Этому же уёбку надо было просто забанить того, кто зашел со стримом. Хе, я смешной, я оригинальный, я возьму просто так нахуй в бан кину челика, который стримит на этом серваке. Это одна из наглядных причин, почему комьюнити в этой игре не все, конечно же. Но есть такая охуенная часть, которая максимально конченая, и их в принципе нельзя считать за людей. Не банится, да? А что если зайти и подать жалобу на весь сервер в одной жалобе? Еще раз говорю, не мешай разборке. Бля, да чел неадекватный, просто админу наборному кому-нибудь пожалуйтесь на него, да и все. Ты мне каждый пока дай больше пизда нам таскать. А чё я тут делаю, блять, вообще в окне? А чё, он зафрижен? Да, меня ебанат зафрижен. А чё такое? Я тебя баню на час 30 минут по причине недобрана этого день. Какое выйди поведение? Разборки, что ты делаешь? Ну ты только что при мне, когда тип, я принимаю жалобу, тип хочет. Пишет на тебя жалобу, ты игнорируешь это, берешь при... А ты понимаешь, какие ты жалобы принимаешь? Пожалуйста, уйди отсюда, не мешай. А чё ну, ты мешаешь? Да, ты мне чем-то мешаешь. Ты знаешь, что по правилам это хорошо запрещено. Админы все. Не согласен с наказанием, может, ты меня спокойно написал. Хорошо. Сколько у нас свидетелей админа Буза? 323. Есть просто волшебная кнопка такая, сообщение ВКонтакте. И определенный там. Мне сказали, сейчас убьют админа. Спасибо за обратную связь. Извиняемся. Да все нормально, ребят. Главное то, что просто ответили достаточно вовремя. Я бы в любом случае написал о нем. Либо когда бы ливнул сервака, либо... Возвращаемся к жалобе сейчас. Вот. Значит... Жалобы, значит, на тот момент, когда я подавал... У тебя была неадекватность. Я не знаю, как тебя разбанили, но со стороны администрации это как-то выглядит не круто. Я сейчас нахуй тебе вернусь к жалобе, блядь, долбоёб. Ну смотри, у меня так, что не на жалобе, а рейсов по КД. Ты это игнорируешь. Зачем мне надо от меня? Я вас всех убью. Я знаю этого чела, пиздец. Я знаю этого чела, он был уже в ролике. Может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то нет. Я сейчас даже включу. А, блядь, это точно тот самый чел. Охуенно. Я очень рад, что конкретно он сделал это, зашел, меня разбанил, этого чела выкинул нахуй. Разобрал. Вот так надо эти жалобы разбирать на самом деле, блядь. Сука. Да, это он. Ребят, внимание, герой нашего сегодняшнего стрима. Вот, сейчас покажу. Вот это он, справа. Слышу на протяжении 20 или 30 минут, ты что-то можешь новое выдашь нам, наконец-таки. Сейчас, одну секунду, сейчас. Сейчас пизда вам нахуй всем. Безмозглые твари, блять. Алло, а чё я сделал, алё? Ты вообще нахуй меня не трогай, блять. Кого хуя ты меня трогаешь, нахуй? Алло, может ты свой ебальничек вольнёшь, слышишь? Слышишь? Давай, выстрели. Ты под одну гребёнку, нахуй, с толстым уходишь. Ты понимаешь, что ты зовёшь суперадмина, хотя ты в данной ситуации не прав. Да он пришёл, вот. А, вот, у тебя жалоба. Так, алё. Ещё одна. Алё. Не, это не просто жалоба, серьезно, на тебя. Что там нахуй жалоба? Жалоба на него, смотри, он на его банк. Когда его забрали на жалобу,
Здравствуйте, вот я вас пытался вытащить из данных, из ваших там передряг, а вы мне деньги не платите. Это что такое? Я ничего говорить не буду. Ты туда же хочешь? Блять! А вы талант. Я-то талант, а ты хочешь банк? Не хочу. А зачем ты на жалобы такие пишешь? Друзья, простите. Можно вмешаться в ваш разговор? Конечно, вмешивайся. Забирай жалобу, мне это не надо. Сука! Фух, блядь. Да. Ебать. Что там? Всё, я агентка. Салам, Артурчик, блядь. Я агентка. 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 Я